Студенты республики вышли на парад. Чувашия впервые приняла участие в массовом шествии учебных заведений страны. Одновременно оно проходило более чем в 30 регионах. Так молодежь отметила посвящение в студенты. Яркие моменты чебоксарского парада в следующем материале. Институт культуры и искусств – самый молодой, динамично развивающийся вуз, занимающийся подготовкой уникальных специалистов для сферы культуры и искусства Чувашской республики. Все флаги университетов, институтов, колледжей и техникумов сошлись в одном месте. У каждого вуза и СУЗа республики своя визитная карточка. Среди студентов и выпускников политеха чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России по биатлону. Торжественный парад собрал в одном месте более 3000 человек. Вместе с ректорами и преподавателями, те, кто получил студенческий билет в этом году, в колоннах будущие медики, строители, механики, спасатели и актеры. Душа моя лежит в творчестве, и я просто обожаю творчество, люблю активный образ жизни. Хорошие преподаватели дают качественное образование и... Все хорошо там, не очень нравится. ЧГУ – самая лучшая именно подготовка на медицинском факультете, на котором я как раз и стою. С самого начала там приняли нас очень тепло. Парад студенчества в республике прошел впервые. Они дают присягу на то, чтобы будут осваивать профессию. Но вуз наш педагогический встречает традиционно хорошими успехами. Он эффективный среди вузов Российской Федерации. И самое главное – надежда на будущее – это наши студенты. Михаил Игнатьев отметил, что студентам республики креатива не занимать и поставил им отличные оценки. Когда мы вместе, мы непобедимы! 5+! Сегодня 18 образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования решили поучаствовать на этом параде. Это историческое событие будет вписано золотыми буквами золотую страницу нашего народа Чувашской республики. Студентов 30 регионов страны связал телемост. На связь с другими городами вышли и Чебоксары. Чебоксары – столица Чувашской республики. Невероятно чистый, уютный, прекрасный, нарядный город. Он растет и развивается. И здесь очень нужна энергия молодых. Их светлые головы и умелые руки. Мы даже подготовили для вас особое. Также дружно первокурсники дали клятву студента. Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Республика.